Одинокий камень, установленный в 2015 году и освященный патриархом Кириллом, уже не одинок. Буквально в нескольких метрах от него ведется строительство. Это кирпичное здание называется Причта. Здесь будет размещен небольшой храм и воскресная школа. Планируют, что уже летом начнутся службы, закипит приходская жизнь. Параллельно с этим приступят к строительству главного собора, который назвали Спасским. Он будет из красного кирпича? Здесь, видите, внутренности мы можем сделать из любого кирпича. То есть потом внешний вид все-таки, наверное, он должен быть белым смотреться. Так, купола золотиться будут? Ну, золотиться, это, конечно, сейчас другие технологии применяются. Нитрит титана, который долговечный, конечно, дешевле, чем золото. На месте этого камня и будет собор. Предположительно, летом здесь начнут рыть котлован площадью примерно 400 квадратных метров. Высота будущего строения около 40 метров. Проектом занимается московская творческая мастерская «Царьград». Мы не претендуем на бюджетные деньги абсолютно. И здесь эта помощь спонсорская оказывается. Кто есть, помогает люди, кто потихоньку, помаленьку. Покровский, Александро-Невский. Собор Спаса Нерукотворного будет третьим в Барнауле и единственным в этом микрорайоне. Расположен в парковой части города на площади в 2 гектара. Он станет бесспорным украшением этой территории, уверены священнослужители. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости.